Компания «Элта» представляет. «Диа Челлендж» – единственный в своем роде проект, участниками которого стали 9 человек с диагнозом диабет первого типа. Я, наверное, более открытая стала, и еще я собранная. Я выдерживаю паузу перед едой после подколки инсулина. У меня практически пропали гипогликемии. Это процесс трансформации длиною в полгода. Первые 3 месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Таракана. 4 ножки. Управление сахарным диабетом – это навык. Это, ну, такой комплексный большой навык. Второй этап – 3 месяца самостоятельной работы, без экспертов. У меня аж очки запотели. Реальные истории. Реальные преодоления. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Реальные победы. Реалити-проект о жизни людей с диабетом. Диа Челлендж. Когда человек хочет, он может все, он может свернуть горы. Мы бросили себе вызов, а ты? Сегодня в загородном доме 6-я общая еженедельная встреча. Участники Диа Челлендж подготовили вопросы, обсудить которые, по их мнению, будет важно и полезно. Общение с экспертами проекта было решено провести в формате круглого стола. Уважаемые эксперты и участники проекта Диа Челлендж, мы начинаем наш круглый стол. Первый вопрос задает участница Нюра. Пожалуйста. Диагноз «сахарный диабет» Нюре Шариковой поставили, когда ей было 4 года, в 1989-м. Такой болезни вообще знали даже врачи единицы. Очень долго не могли понять, почему я худая, ну, похудела, высохла прямо. Пришли к врачу, и врач говорит, она так резко похудела и много пьет из-за того, что у нее или сахар, или глисты. Мы сдаем кровь, и все. То есть я даже не понимала, что такое сахарный диабет. И вот как будто вся жизнь так тык-тык-тык-тык и начала сыпаться. Я когда в больнице лежала, и вот была мама с маленьким ребенком, два или три годика ей. И я просто видела, как у нее сердце разрывалось, когда она глядела на свою дочку. Впервые делала ей уколы, потом она ее обучала, вот эту крошечку. Для большинства родителей диагноз хронического заболевания на всю жизнь – это потеря того будущего, которое есть в представлениях у родителей по отношению к своим детям. А сахарный диабет, как правило, завершает эти надежды, да, потому что многое меняется в жизни. И многие родители достаточно остро переживают это состояние. Когда нам поставили диагноз, я 2 года плакала. То есть реально ревела на каждое упоминание о диабете, ревела, потому что я не знала, какое будущее. Была чудесная книга Касаткиной, где было написано, что вашему ребенку от момента постановки диагноза срок жизни отмерен 21 год. Пройдя уже очень большой путь, вот что бы я все время говорю, я бы не плакала эти 2 года однозначно, лучше бы это время отдала ребенку. Сейчас Нюре 33. Сфера деятельности – пиар-технологии и связи с общественностью. Общение с людьми и работа с текстами для нее как воздух. Один из новогодних подарков своим родным и близким я сделала небольшой такой сборничек своих записей. Домашние посиделки здесь, чисто истории, воспоминания о моей жизни, о моих братьях, о моих родителях, то есть это вот о моей семье. Собственный диаблог, путешествия по миру, походы, оформление фотоальбомов. Жалею, что в сутках не 27 часов, а если бы 30 было, то это вообще лучше. Моя мечта. Времени катастрофически ни на что не хватает. Я Серега, мой любимый Серега. Серега меня во всем полностью поддерживает. Также он заставил меня снять видеоролик и отправить на Диа Челлендж и участвовать в этом проекте. Первая реакция Нюры – жаль упускать лето. Надо было определяться – традиционный отдых на природе или ежедневная работа на проекте над собой. Нюра выбрала второе. Теперь мы здесь. Каждое воскресенье. Не в палатках, не с рюкзаками. Красиво.
я не все знаю, я не все умею. Как раз на проект пошла тоже одна из причин научиться. Потому что, когда, опять же говорю, я заболела диабетом, врачей у нас не было. И моим родителям, и мне пришлось все эмпирическим путем до всего доходить. Вместе с родителями маленькая Нюра училась на глаз определять количество хлебных единиц в продуктах, методом проб и ошибок подбирать дозы инсулина, распознавать уровень гликемии крови. В детстве, когда у нас еще не было глюкометров, но о том, что такое гипогликемия, знали уже врачи, мои родители проверяли меня так. Они брали мою руку и держали. То есть идет, по телу идет дрожь, в руках была дрожь. То есть родители уже узнали, что у меня гипогликемия, и мне надо что-то дать. В принципе, ощущение гипогликемии, его перепутать с чем-то сложно. Ты его ощущаешь, хотя диабетики с большим стажем, как-то вот эти вот грани и чувствительность, она стирается. Но если мы говорим про гипергликемию, когда сахар у нас высокий, то, в принципе, можно это и не почувствовать. У меня полинейропатия, то есть у меня полностью отсутствует чувствительность к сахару, поэтому я доверяю на 100% глюкометру. У меня может быть сахар от 2 до 20, и я буду чувствовать к себе, к сожалению, одинаково, что так, что эдак. Поэтому в этом плане и полинейропатия у меня, наверное, последние лет 5-6, и с этого времени у меня тотальный контроль. Мы сейчас, благо, живем в то время, в которое есть все для того, чтобы контролировать сахарный диабет. У нас было намного меньше возможностей для того, чтобы компенсировать заболевание. Да? Сейчас этих возможностей с каждым днем все больше и больше. Мы начинали со свиных инсулинов, а сейчас это уже совсем другие инсулины. Нет этих шприцов, которые кому-то когда-то приходилось там кипятить. Ну, в общем, это совсем другая история. Вопрос у меня будет о гипогликемии, алгоритм купирования гипо, как ее купировать, и что делать, если ты на гипо переел. На гипо переел? Да. Спасибо, да, за вопрос. Ну, стандартное купирование гипогликемии, если это не ситуация, когда, которая приводит уже к состоянию, когда ты сам не можешь даже открыть рот и влить туда то, что считается, да, доступным, это обычно 200 мл сока, то, соответственно, средним двум хлебным единицам это то количество, которое требуется для купирования гипогликемии. В принципе, также можно делать это и с сахаром, да, белым, но я не очень люблю, все-таки я люблю хотя бы этот сахар растворить. Многие купируют с медом. Я тоже советую этого не делать по возможности, но если, конечно, ничего нет, то можно купировать медом, а так, по большому счету, сок самая такая, вот, мне кажется, оптимальная история. Слышала о таком правиле, оно довольно широко известно, правило 15. Uh-huh. Вот, то есть, если происходит сахар ниже 3,9, то нужно принять 15 грамм любых быстро усваиваемых углеводов, через 15 минут померить сахар, если он снова меньше 3,9, то повторяем это до тех пор, пока сахар не будет выше 3,9. Но это уже как бы схема, да, поэтапная, это дополнение очень хорошее. Вот вы сказали 200 грамм сока, да, это 2 хлебные единицы. Она хлебная единица в среднем поднимает на 5 моль. Соответственно, 200 поднимут 2 хлебные единицы на 10. Это неправильно. Даже прав, если у вас сахар будет 2, не на то, 5, соответственно, не 5. Слушай, меньше 4 не поднимает. Нет, это в твоем случае на твой вес, тут от веса очень сильно зависит. Ну, в среднем, да, на самом деле, хлебная единица не поднимает на 1 моль. На 2 моль тоже она не поднимает. На 2, у меня на 2. Нет, это зависит от веса. В среднем поднимает на 2. Это зависит от веса. Поэтому понимаешь, что да, у кого-то это может поднимать и на 5, и 2 хлебные единицы. Ну, обычно количество купирования, это ты уже переел. Да, значит, смотрите, на самом деле, что должен врач сообщить? Целевые, да, показатели по гликемии. И по-хорошему, для каждого это может быть история совершенно разная, по и купированию в том числе. Когда стоит выбор, сок или шоколадочка, или всегда... Шоколадку по-хорошему не нужно купировать, потому что да, в шоколаде есть что у нас? Белки с жирами, да, и, соответственно, это будет дольше купирование. Ну, хорошо, произошел такой факт, переел. Надо колоть, подкалывать. Сразу же или как? Ну, тут опять-таки я бы не стала на этот вопрос общий отвечать, потому что у всех все очень по-разному. Потому что кто-то может эти гипо ловить несколько раз в сутки и постоянно доедать. У нас тоже есть такие в проекте. Поэтому здесь индивидуально, мне кажется, тоже лучше обсуждать, какая тактика. Лучше выбрать ту тактику, чтобы, соответственно, эти гипогликемии не было и не было этих перееданий. Вообще, первое, что мы делаем, мы стараемся при компенсации диабета не сахара снижать, да, а гипо убирать, который зачастую приходит из-за того, либо неправильно сразу подбор, да, терапии, либо неправильная инъекция на понижение.
Да, все сложно, ты в ночи трясущимися руками, ты ничего не считаешь, ты просто обнаруживаешься там сидящим где-нибудь на полу, и вокруг тебя лежит что-то валяется, какие-то обертки, и ты думаешь, господи, сколько же я переел-то выше 15 грамм. Я очень сложно выдержать 15 минут, на самом деле. Бывает. Ты только поешь, ты говоришь, о боже, мне не помогло, а прошло минуту-две, а ты уже не будешь снова использовать. Продолжает еще трясти, поэтому это важно. Да, выдержать очень сложно, но надо терпеть. Я начала достаточно много делать нового. Например, после инъекции инсулина перед едой я выдерживаю паузу. Самое важное, я не знаю, как у тех, кто молодой, кто заболел только что диабетом, но у старичков очень много стереотипов, в которые они свято верят и не могут сделать, переступить через них. У меня таким стереотипом было время введения инъекции инсулина. То есть вот у меня длинный, в одно конкретное время я его делаю, и все. И я даже, мне в голову не приходило, что я могу как-то его подвинуть. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Анна, присаживайтесь. Анастасия мне сразу, как только я зашла к ней в кабинет, она сказала, все, меняем время введения продленного инсулина. Сахара, конечно, другие, картина другая. Вот. То есть проект ломает стереотипы, закостенелые стереотипы, которые они все-таки у меня есть. Что могло здесь быть, да? Вот разбираем данную конкретную ситуацию. То есть сахар 11,8, ты делаешь на понижение 2, а проходит всего лишь 15 минут. Конечно, он еще не снизился, чтобы ты понимала, но он не снизился. Пошла, скорее всего, тенденция, но ты начинаешь снова наедать. Давай посмотрим еще, что ты ела. Это в 22:00. Что ты тут ешь? Что тут написано? Апельсин. Еще и апельсин ешь. Что такое апельсин? Да? Фруктоза фруктозой. Ты на него, соответственно, сделала, ну, как бы, чуть даже больше. Для чего тоже, правда, не очень хорошо мне понятно. Если ты уверена в том, что данное количество инсулина сможет тебе снизить этот сахар, то зачем тогда делать в сторону большей? В сторону больше ты делаешь, потому что у тебя ручка всего лишь такая. Ну, как бы, возможности нет. Но ты тогда и съедай, и думай о том, что ты ешь. Просто к чему могла эта ситуация привести, да? Она открыта. Она открыта, в принципе, для этих знаний. То есть есть какие-то моменты, которые она в процессе болезни сахарного диабета уже имеет, какие-то понятия, но, к сожалению, не хватает это ей для компенсации заболевания. Мы переходим к Василию. И вопрос Василию задает Дима. Пожалуйста. Эмоциональное выгорание при сахарном диабете. В принципе, как понять, что это начинается? То есть, да, это я объясню, например, когда ты очень долго уже живешь с этой болезнью, компенсируешь, и в один момент просто надоедает, просто устаешь от этого. Как понять, что это пришло, и как можно с этим справиться? В основе эмоционального выгорания лежит усталость центральной нервной системы. Эта усталость связана с тем, что идет большая нагрузка. И здесь в помощь приходят ноотропные препараты. Это незаменимые аминокислоты, это витамины группы В, это препараты магния. Такая фармакоподдержка, а это только при консультации врача осуществляется. Это психоэмоциональное истощение возникает на какой почве? Оно всегда возникает на основе избыточных эмоциональных переживаний. Да? И здесь вопрос, что не устранив причину чрезмерного эмоционального реагирования, ожидать того, что причина будет устранена этой нагрузки, не приходится. Поэтому вопрос психоэмоциональной регуляции, выработки навыков психоэмоциональной регуляции – это стратегическая цель, а симптоматическая терапия, симптоматическая помощь ноотропными препаратами при этом необходима просто. Вот сочетание двух вещей – это обучение себя при помощи специалистов приемом психоэмоциональной регуляции и ноотропная поддержка. Спасибо. Вопрос будет адресован эксперту Алексею. И вопрос будет задавать Дмитрий, пожалуйста. Алексей, подскажите, каким образом компенсация диабета или введение инсулина влияет на рост мышц? Если не знаю, каким образом инсулин влияет на рост мышц, либо на жиросжигание? Да. Ну, смотрите, инсулин у нас анаболический гормон. То есть это гормон пептидной природы, который отвечает за транспорт всех питательных веществ в клетку мышечную или жировую. Соответственно, зная эти факторы, можно регулировать свой внешний вид. Соответственно, есть определенные схемы, кстати, они достаточно опасные,
когда при наборе на мышечные массы люди ставят, люди даже без диабета ставят инсулин перед тренировками, и потом в течение тренировки едят, ну, скажем, аминокислоты разные. Или едят просто углеводы для пополнения мышцами гликогена. Потому что мы знаем, что при тренировках у нас активно гликоген расходуется. Соответственно, люди едят углеводы и за счет инсулина улучшают компенсацию гликогена в мышце. Соответственно, мышца не устает, не истощается, и у нее больше питательных веществ для роста. Есть обратная сторона. Инсулин – это антагонист гормона роста, соматотропного гормона, который отвечает как раз-таки, ну, отчасти отвечает за жиросжигание. И поэтому, если у нас в фоновом режиме идет инсулин во время тренировки, процесс жиросжигания не будет останавливаться, потому что в любом случае, если есть дефицит по калориям, жиросжигание будет происходить. Но этот процесс может немножко замедлиться. Поэтому там очень важно ловить пики, то есть не должна тренировка приходиться на пик инсулина. Есть ли как-то декомпенсация, в частности выраженная, на скорость приведения себя в форму, скажем это так? То есть если человек с хорошей компенсацией и с плохой компенсацией, допустим, выполняют одно и то же, выполняют правильно, при этом будет ли разница у них в прогрессе? Будет. Ну, может... Человек с хорошими компенсациями всегда будет прогрессировать гораздо быстрее. Но опять же, человек с плохой компенсацией не будет не прогрессировать вообще, он будет прогрессировать, но это будет немножко усложняться, ну, разными осложнениями. И, ну, там, скажем, болячками диабета, которые возникают при высоких сахарах. Также низкие сахара, если мы говорим о похудении. Сахар упал на тренировке, мы, соответственно, едим сахар. Угу. Едим сахар, а это... То есть у нас жиросжигание происходит за счет чего? За счет, первое, мы истощаем гликоген из мышц, после чего организм переключается на второй источник энергии, это жиры. Пока этот первый источник энергии у нас присутствует в организме, организм никогда не начнет сжигать жиры. Поэтому мы вроде как бы сжигаем гликоген силовой тренировкой интенсивной, и здесь же подъедаем сахар снова. То есть мы восполняем запасы гликогена и не даем организму возможности брать энергию за счет жиров. Поэтому если нет компенсации хорошей, то, ну, и процесс будет немножко медленнее. По упражнениям. Канаты. Ну, видели, да? Раскручиваем. Девочкам, возможно, будет тяжело, берем просто один канат. И одной рукой. За эти полтора месяца улучшения есть у каждого участника. У кого-то больше, у кого-то меньше. 3, 2, 1, начали. Вероника говорила, что она, в принципе, ненавидит спорт. Изначально у нее стояло 3 тренировки в неделю. А после чего Вероника подошла ко мне и сказала, что ей недостаточно нагрузки, и она хочет немножко увеличить. Все стараются выполнять задания. А понятно, что кому-то они даются тяжелее, кому-то проще. Нюра такая прям, то есть на ней можно пахать. То есть Нюра очень хорошо выдерживает большую нагрузку, очень выносливый у нее организм. Это заслуга моих родителей, которые следили за мной, возили меня раз в год на море летом и раз в год в санаторий вывозили. Специальный санаторий для детей с сахарным диабетом. В Ессентуках находится санаторий имени Калинина. С раннего детства Нюра наравне со взрослыми ходила в походы. Родители решили, ребенку с сахарным диабетом необходимы постоянное движение и свежий воздух. У меня был рюкзачок из-под противогаза, в нем лежал горшок, ложка и картофельный. Мы пошли в зимний поход. Ну, то есть мне было тогда 2 года. Ну вот с этих самых пор я, наверное, и выезжаю за город с палатками. Возникают, конечно, трудности, если в плане диабета не всегда удается правильно подсчитать хлебные единицы. Не всегда ты можешь угадать. Многие диабетики, ну, в принципе, как и я до проекта, зачастую определяли количество хлебных единиц, углеводов на глаз. То есть на глаз иногда ты прикидываешь правильно, иногда неправильно. В последнюю свою вылазку я взяла весы, чтобы взвешивать каждый кусочек шашлыка, который съел, все это записывать. В своем блоге Нюра рассказывает о жизни с диабетом. Ошибок не стесняется. Напротив, говорит о них открыто, чтобы предостеречь других. Пишу о том, где во Вьетнаме можно поесть дешево, вкусно. Ну и одновременно говорю о том, что хлебные единицы я здесь почитать не могу. Не могу, потому что я забыла, честно говоря, я забыла свои весы. Если бы были весы, то я бы могла взвесить хотя бы, например, что-то сладкое, если я ем. Фрукты, опять же. Имидж заядлой путешественницы привел к тому, что Нюру забрасывают вопросами. Как она переносит длительные перелеты, хранит в жарких странах инсулин.
Адекватно ли относятся заграничные таможенники к ее чемодану, забитому ГЕП-принадлежностями? Как проходить на таможне со всем своим оборудованием, с помпой, с шприцами, это очень актуальный для многих вопрос. У меня проблем никогда не было. Меня всегда спасала кодовая фраза «I'm diabetic». Все таможенники, они, в принципе, об этой болезни знают. Отправляясь в поездку, я всегда беру с собой запасы и инсулина, и тест-полосок. Я беру глюкометр, я беру дополнительный глюкометр, если что-то случится с этим глюкометром. Я беру запас батареек. Это лучше брать с собой в ручную кладь, не отправлять багаж, потому что багаж может потеряться. Багаж могут украсть элементарно, могут отправить не тем рейсом. Еще что я всегда с собой беру в поездки, это вот такой вот браслет, силиконовый браслет, где написано, что у меня диабет первого типа. Не дай бог что-то случится, вот такие штуки должны быть на виду. Следующая участница, Лена, задаст вопрос эксперту Анастасии. Пожалуйста. Анастасия, у меня вопрос недобора суточного хлоража. Как влияет недобор суточных калорий и может ли это замедлить снижение веса? Спасибо за вопрос. Вы думаете, что я сейчас вот вам каждому дам какой-то определенный калораж? Вы с ним останетесь на очень длительное время, и поэтому все действия ваши сейчас направлены на то, чтобы удовлетворить сегодняшнюю свою нужду по вот этим килокалориям, которые подобрали мы, соответственно, подобрать под это дозировки инсулинов и так далее, и так далее. Я вас смею заверить, что эта история ненадолго. Они будут меняться всегда, потому что активность, которую мы, да, разбирали, коэффициент активности, который мы как бы ознакомились, они будут на протяжении вообще вашей жизни всегда меняться. Например, ну вот рассчитали калораж, что человеку 1500 нужно есть, да? А он не может это есть. Вот чем чревато ему недоедание оптимального калоража? Тем, что вес не будет уходить, если говорим про вес. А ну ведь дефицит же, еще даже больше дефицит. Не будет все равно? Нет. Конечно же, нет. Все равно организм будет просить все. То есть он как мишка берлоги, как я всегда говорю и сравниваю, он, соответственно, будет это все запасать. А если человек наедает 1200, а ему человек нужно больше 1500, прям нужно себя заставлять это есть. Потихонечку, но очень потихонечку. Очень потихонечку. Я иногда даже, наоборот, не додаю какое-то время. Говорю, ну хорошо, не можете, не ешьте. Будем не додавать вам. И, соответственно, потихонечку потом, знаете, иногда это вот прям по ложке. Да? Особенно тяжело в данной ситуации с женщинами где-то после 40, когда все хотят нравиться своим мужьям, а он еще весь на тестостероне, у него еще поджары, пресс. Да, ну как бы, ну это вот, это действительно. И они приходят с цифрой по калоражу 700, друзья, реально 700, 750, 800, вот такие вот калоражи, они не понимают, почему они не худеют. Тренажерный зал она ходит, с мужем по утрам она вокруг садового там участка, соответственно, бегает, а вес не уходит. Что я дополню еще могу немножко? Да. Просто почему так бывает, что не хочется есть? Когда долго сидеть в такой калорийности, то есть база обмена веществ у нас замедляется. И этот замедленный обмен веществ, он не даст просто, ну, как он может дать хотеть есть, если вы будете хотеть есть и при этом не есть. То есть у вас будет обмен веществ раскручен, вы будете худеть, но при этом не давать еды. То есть организм просто умрет. И он тем самым обезопасивает себя, замедляя обмен веществ. И вы никогда не будете хотеть есть, если вы не начнете давать ему его норму, которую ему требует. Да, требуется. Там, любыми способами, через силу, там, это добавками. Это, например, для набора, да? Когда человек... Это не только для набора, для снижения массы тела. То есть я же в первую очередь, причем для снижения. Для набора там совсем другие, как бы, там вообще другие объемы. Там, по большому счету, для набора мы приходим к уже точно допам каким-то по белковым, да, как бы, коктейлям там, и так далее. Невозможно съесть просто. Потому что невозможно съесть такое количество. Просто невозможно. А про снижение вес – это очень тонкая грань. Если есть дополнительные вопросы у участников, пожалуйста. Да, у меня какой-то очередной вопрос. Если ты не находишься в процессе похудения, чем чревато, грубо говоря, ну, не знаю, 1000 калорий в день? Откуда взялась эта 1200, 1200 – это панацея? Повторюсь, если ты не находишься в процессе похудения, тебя не устраивает, ты просто не можешь, не хочешь, 1200. Все зависит от того, какая активность. То есть если нет никакой активности, грубо говоря, мы сидим на попе, то 1000-1200 – это минималка для женщины. 1000-1200. Меня мои учителя учили 1200. Цифры – это известно всем институтам эндокринологии. Она взялась 1200. Почему 1200 – это в конце, я считаю? Просчитан основной обмен, что, в принципе, женщины при плюс-минус среднего, да, как бы роста, веса и нулевого коэффициента активности, да, метаболизм так устроен, что женщине нужно где-то в среднем 1200, а мужчине 1500. Анастасия, основного обмен. Спасибо. Следующий эксперт, который будет отвечать на вопрос – это будет Василий. Вопрос от самой юной участницы.
Тройка Диачеллендж. Анастасия, пожалуйста. А, Василий, у меня такой вопрос. Как диабет влияет на психику и какие могут быть последствия? Есть люди, для которых заболевание, и в том числе сахарный диабет, является вызовом. Да? И они свою жизнь организуют в соответствии с преодолением этого вызова. А есть люди, для которых болезнь является проклятием. И, соответственно, это проклятие настигает их в жизни и приносит соответствующие плоды. Понятно, что некупируемое, неуправляемое состояние оно приводит к органическим поражениям, да, потому что избыток глюкозы имеет свои последствия для сосудистой системы, и все осложнения, как вы знаете, при сахарном диабете, они такого очень сосудистого, да, происхождения, все, что связано со зрением, с нарушениями, которые называются общим словом энцефалопатия, то есть страдания головного мозга, и исходы достаточно разные. Но вопрос состоит в том, что есть шанс, и кто-то пользуется этим шансом, а кто-то нет. Известно, что те люди, которые научились управлять сахарным диабетом, по статистике, общей демографической статистике, они живут дольше, чем условно здоровые люди. И живут они дольше. И качественнее именно за счет того, что у них в связи с сахарным диабетом возникла необходимость, и они ее реализовали, управление своим состоянием. Это должен быть спорт, это должна быть компенсация. Это надо столько держать информации в голове. Просто так, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать, ты должен произвести какие-то нереальные расчеты в плане, это не просто там углеводы, белки, жиры, как они среагируют, как они у тебя поднимут, в зависимости от времени суток, в зависимости от твоего состояния. Возможно, ты болеешь, возможно, нет, возможно, ты понервничал, возможно, ты порадовался, возможно, выброс адреналина. А что ты делал вчера, как это могло повлиять на сегодня? И эти мысли, они 24 часа в сутки с тобой. Именно это мы и показываем людям, что, несмотря на все на это, мы живем и радуемся жизни. Я просто чувствую, что я превращаюсь в другого человека. Я уже похудела, уже подтянулась очень здорово. Выносливость у меня повысилась. Я стала делать то, что никогда не делала за 30 лет стажа диабета. И со временем я замечаю, что стало гораздо легче, чем было в начале проекта. У меня только одно пожелание. Быть верным себе в том, чтобы быть дерзким. И ставить цели, которые находятся чуть-чуть дальше вашего привычного взгляда, ваших привычных представлений. Это проект «Диа Челлендж». Продолжение следует.